Итак, да, в старте бег возглавила Елена Китица. Хочу напомнить, что Елена Китица 23 апреля стала победительницей Николаевского полумарафона среди женщин. Гаргулина Настя лидирует Кирская Майданская академия. Вторые внук и третьими студенты университета имени Сухоблинского. Команда Санька Сапта. Итак, напоминаем, лидирует Киевско-Майлянская академия вторыми, ну и третьими студенты имени Сухоблинского. Смотри, а тот бежит. Валера. Там коридор такой широкий, нет, экраны передают вообще как-то. Салтали в это. Она не надо. На секунду все равно. Тамара Бирюк бежит на своем этапе. Напоминаю, Тамара Бирюк, мастер спорта Украины в прыжках в высоту, сокращает. Но пока студенты кораблестроительного института вторыми бегут. И третьими студенты Николаевского университета имени Сухоблинского. Разрыв сокращается между первой и второй командой. И вот, видите, как передача, как влияет Ладыга Ольга, кандидат мастера прыжка в высоту, выводит свою команду в лидеры. Там что за пацаны? Ну ты разрыв. Ого, посередине. Так что прыгуни в высоту. Пока среди блока и бегут в спринте. Соколов! Итак, поменялся лидер. Первыми студенты Николаевского градостроительного университета. И за ней вплотную студенты Могилянки. И опять передача все решает. Что там? Опять или? Соколов все забудет. Всех? Соколов? Ну, а среднего того? Там до среднего. Несколько раз. И упорная борьба у девушек. И плотно команды. И решающий. Ушел. Просто. Забег, просто сокол. Сокол просто. Девки там решат. Последний. А, нет, еще пацаны. И вот Соколов выводит свою команду кораблестроительного университета на первое место в Риме. Давай, давай, Санек. И вот Могилянка и третьими студенты. Все, сейчас 600. Университета имени Сухоблинского. Почему 600? У меня, кстати, это 600 последний. Он может фейк. Золото мы тут выиграет. 400, блядь, 49. 49? И самый интересный этап. 600 метров. Вот здесь все решится, наверное. 600 метров. Ну, Могилянка. Да. И тот желтый. Да. И пятый номер это студенты. Национального университета имени Сухоблинского. И сейчас выносливость первый. Я упал, я начал отжимать. Это работа! И последние 200 метров.
Лидирует Игорь Светов, но вот последние 200 метров. 200 метров решает всем. Напрягись! Давай, еще раз, ну давай! Первый номер — это Национальный университет кораблестроения, и вторыми — Киевская Могилянская академия. И третьи — студенты Национального университета имени Сухомлинского.